Громова! О, доброе утро, Павел Семенович. Громова, здорово. А где твоя напарница? У нее ребенок заболел. Ты одна, что ли? Ну, пока одна. Ну, работай, работай. Угу. Ой! Ох. Смотри, что пишут. 10 килограмм за 3 дня. О, смотри, купон. Ага, заполняешь, вырезаешь и отправляешь. Тебе присылают браслет. Ты его носишь и худеешь, представляешь? Такого не бывает. Ну вот же написано словами. Угу, а сколько стоит? Ну какая разница, сколько стоит? Главное ведь результат, 10 кило. Слышь, ты не вздумай покупать. Обязательно куплю. Ой. Не, не куплю. Что, 3000 рублей стоит, да? Да не, полторы. Ну, дело не в этом. А в чем? Да тут пишут, что действие браслета происходит только тогда, когда не ешь сладкого, соленого. Ой, все из крема нельзя. Копченое, жареное. Ну, короче, картошку тоже нельзя. А что можно-то? Ну, этот, геркулесовый отвар. Фу. Травяной чай. Ну, травяной чай еще можно. Мне он мамка прислала целый мешок мяты. Упьемся. Так. Ну и злаки. Ой, злаки – это великая сила. Особенно, если их есть вместе с браслетом. А браслет не есть. Его носить надо. Ну, чего ты все лежишь да лежишь? Ну, пошла бы прогулялась, что ли, а? Смотри, этого слоника подарил мой учитель, Григорий Матвеевич Мишке. Он его очень любил, спать с ним ложился. Ну, что ты себя изводишь-то, а? Ну, никуда не денутся твои ребятишки. Как? Я кто? Кто я? Я высшая зэчка, уборщица, а у них нормальная семья. Это что ты называешь нормальная семья? Это вот своего бывшего подонка, что ли? С юновым бабцом? Это нормальная семья. Ты понимаешь, что суду не докажешь, что он подонок? Понимаешь, нет? Я только что с зоны вернулась. Я уборщицей работаю. У него бизнес, квартира, новая жена. Как ты думаешь, кому, кому детям, с кем лучше будет? Ну, ясное дело, что с тобой. Конечно. Ты не представляешь, как дорого стоит адвокат. В 1000 раз дороже твоего вот этого чудодейственного браслета. Браслет не покупаем, да? Я пойду тогда в булочную сгоняю. К чаю что-нибудь куплю. Что купить, сухари или печенье? Мне все равно. Ну, тогда сухарей. В них калорий меньше. Опа! Ух! Ла-л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 а. Какой-то мужик на иностранной тачке приехал. Где? Вон. Стас. Оля! Стасенька. Ноги добыли. Оля! Оля, подожди, пальто! Пальто одень! Это бог с ним. На, давай. Здравствуй!
Я поговорить приехал. Дай мне сигарету. Ты же никогда не курила. Та, которая не курила, была не я. Так кто и приехал? Нет, я к тебе. Уходи. Давай покатаемся. Я уже накаталась, Митя. Оля, я прошу тебя, садись. Пожалуйста. Ну и как тебе здесь живется, Воль? Это не имеет никакого значения. Еще как имеет. Воль. А это правда, что она умерла? 2 года. Ты о чем? А об этом? Правда? Все правда. Тамарка ей звонила, когда с работы уезжала. Но она тут как тут. У нас ведь город 1,5 человека, все знали, одна ты ничего. Ты хочешь убедить меня в том, что я дура, да? Что не только зайчка, но еще и дура, да? Да дура, дура! Дура! Конечно, дура. Я люблю тебя. Хватит, Митя. И всегда любила. Когда на Ленке женился, любил. Когда ты этому уроду детей родила, любил. Когда ты на нары за него пошла, все равно любил. Сейчас люблю, Оля. Выдумывай. Тебе меня жалко, вот ты и выдумываешь. Да мне, блин, самого себя жалко, слышишь? Уже 10 лет. Почему ты ему тогда не помог? Когда все это связалось, почему ты ведь вся в городе знаешь, а ты? А я не стал. Наказать хотел, вот и не стал. Меня ты наказал, понимаешь? Меня и больше никого. Оль, давай начнем все сначала, слышишь? Ты, я. Оль. Нет, мы ничего не начнем. Я думаю только о детях. Я никому не верю. Я никого не люблю. Я тебе не верю. И тебя не люблю. Ты ведь уезжай. Уезжай. Слышишь, уезжай. Ты, наверное, хороший мужик. Да уж получше твоего мужа. Мне никто не нужен. И никогда не будет нужен. Только Мишка и Машка. Ты уверена в этом?
Так, ну-ка идите сюда, куда вы там разбежались? Все сюда, встаем парами, не нужно вас пересчитать. Так, встаньте все парами. Так, да, встали. Не надо вас пересчитать. Где твоя пара? Ну, что это такое? Я с мамой, только она меня привела, а сама ушла. Ну, встань-то ты, девочка, какая тебе разница? Так, в автобус садимся так же, как и стоим, парами. Эй, Кудряшова, бежи к телефону! Если вдруг пара потерялась, надо громко кричать, понятно? Правильно, так. Почему ты опять стоишь один, а? Я не хочу с этой парой, я вон с той хочу. С какой? Ну, встань с ней, а ты, девочка, иди туда, да? Кудряшова! Надежда! Оглохла со своим выводком! Сейчас! Бежи к телефону! Надь, давай, сейчас. Беги, я посчитаю. Давай, давай, давай. О, Господи! Ну, бегу, бегу! Давай! Ну, тихо, ну, тихо. Так. Ну что, а? Автобус-то нет? Как? Ну, сломался он, вот так. Как сломался? Вот так сломался. Впервые в жизни из Москвы цирк приезжает, и вот на тебя. А что делать? Ну, по домам их, что ли, отправлять? Ой, погоди. Я сейчас. Черный волк. Стой! Ты комбинатский, а? Ну, комбинатский, нет? Я-то комбинатский, а ты, видать, полоумная, что ли? Ну и хорошо, что комбинатский. Открывай скорее дверь, мне деньги. Дяденька. Какой тебе дяденька? Тоже мне тетенька. Дяденька, давай поворачивай. Туда, туда. Это все зачем? Надо. Ух. Сюда, парами. Эй-эй-эй-эй-эй! Я их не повезу. Так не договаривались. А вот сейчас мы и договоримся. Ты их везешь в цирк, а потом обратно сюда. Понял? Не повезу, и все. А я Василию Васильевичу позвоню. Ты же с его автобазы. Ну и чего? А я попрошу Василия Васильевича, чтобы он тебе не на 2 часа путевку выписал, а на полсмены. Так Василий тебе и послушался. А меня все слушаются. А? Ну как, браток? То браток, то папаша. Ну так что, договорились? Ну ты смотри у меня, а то я Василию Васильевичу позвоню. Ну ладно, 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 еще угрозы. Ну что, мамочка ответственная села? Ну, представление начинается? Вот этого Василия Васильевича хорошо знаешь? Никогда не знала. Ну, знаешь, что есть такое на комбинате? Говорят, не человек, а зверь. Ну, пойду звонить. Съест он нашу деньги. Ну, что-то я не понимаю. Наська, вот это. О, явился. Не запылился. Ну что, до зарплаты 2 дня осталось. Здравствуйте. Здравствуйте. Нет у меня денег. Ну как же может быть? Объясни вам, что у тебя нет денег для бывшего родного мужа. Ой, так в том-то и дело, что бывшего. Ну и сколько лет, как мы с тобой развелись, а? Надь, ну... Как можно? Как будто ты жадная женщина. Я же знаю, что ты добрая женщина. Ты посмотри, на кого ты стал похож. Ну, во что ты превратился, а? А ведь был нормальный человек. Ну, я нормальный. Я уважаемый всем. А ты жалеешь для меня своих денег. Так в том-то и дело, что они мои деньги-то, а? Ты ведь все пропьешь ведь, а? Будьте свидетелем, мадам. Будьте свидетелем, как жена обижает бывшего родного мужа.
Да возьми ты эти деньги, а? Возьми их, а? Да подавись ты ими, а? Да ведь помрешь ты с этой водки, а? Без нее, да. От нее никогда. Ой, да иди ты, а, господи, грехи наши тяжкие, а. Я ж тесто поставила. Что делать-то? Пойдем? Да только плюшки печь. Пойдем. Громова. Громова, я тебе премию подписал. Спасибо, Павел Семенович. В префектуре не поедешь? Сейчас ведь не сезон, так что почти бесплатно. Да нет. Нет, спасибо, я не поеду. А, ну, гляди. Полы ты все моешь. Тебя ведь повысили. Ты на предельщицу подавал заявление? Да, давно-давно подавала. Так Семенович сказал, Марьяшка, ты в декретный отпуск ушла, а тебя на ее место взяли. Так что давай-ка дуй в отдел кадров быстрее, пока не передумали. А куда ты полетела-то? Подожди, пока расцветает. Громова!
Ночная смена только заканчивается. Где же она? Что у нас тут, а? Эвакуация, что ли? Переезжаем? Нас тут деньги украли. Какие деньги? Мои, которые вот тут вот лежали. Там все было, а теперь вообще ничего. Все, что я собрала за это время. Ну, а что ты ревешь-то, а? Ну, что ты ревешь-то? Ну, что тебе делать? Я не могу. Ой! Оба! О, левый. А мне правый нужен? Нашла, где деньги-то хранить, а? Ты бы их еще это, под коврик положила. Какой коврик? О. На лыжах идет, да? Ага, на салазках. Вот, вот они, твои деньги. Ну, я еще позавчера стала в шкафу прибираться. Мыло хотела положить от моли, чтобы барахлишко наше не поело. Гляжу, лежат сокровища твои. Ну, дай, думаю, перепрячу. Ну, мало ли что, а? Ну, муж мой алкоголик припрется, а? Ну, от греха-то подальше, а? Ты что, Надь, ты что, с ума сошла? Ты почему меня не предупредила? Ты что, живешь, что я нервничаю? Надь, ты, зачем ты? Ну, я хотела тебе сказать. Ну, ты же на что смене была. А потом ты пришла, и я уснула. Ну. Ну, ладно, все, давай их обратно и спрячем. Ну ты даешь. Ну давай, давай. Храни тебе деньги в лыжных ботинках. Ну ты даешь, а? Ну, Надька, ладно тебе, ну. Ну не плачь, не плачь, ну, господи. Спасибо.
Привет. Чего с тобой такое? Что? Что? Надо было для стола, а там... Что-то крыса, что ли? Сама ты крыса. А там что? Вот. Красотища-то какая, а? Все понятно. У тебя приступ безумия. Нет, ну... Это ты, да? Я. Ты же просто гений. Скажи, тебе правда нравится, а? Угу. Очень. Громова! Аппарат вызывает! Москва! А? Заспалась там? Давай живее! А, ясно. Оля, что вставай, а? Громова! Как телефон у тебя? Что, дети? Что давай, здесь? Вставай. Давай халатик. Громко давай. Вы там! Так. Москва на так, проводе! Так, давай. А? Шутки с вами сейчас. На. Господи. Громова! Давай по-солдатски! Сейчас! Долго я тут буду орать? Какая Москва ночью? Это у нас ночь, а у них день, у них там финал. Быстро к телефону! Чего тебе? Аппарат вызывает! Да знаю, господи! Ой! Ну, Кудряшова, у тебя же рука что лоб чугунный? Да у тебя тоже не лоб, а это, чугунный. Да ничего не будет с тобой. О, давай, Оля, быстрей! Бегом! Алло! 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 Ну, Ольга Михайловна? Да, это я. Рекламное агентство «Солнечный ветер». Что? На конкурс своей работы. Какой конкурс? Что за «Солнечный ветер»? Что? Алло? Кто? Да, отправляли, да! Да, отправляли мы. Ольга Михайловна, ваши работы получили на конкурсе первую премию. А вы можете приехать в Москву? Можем приехать в Москву, да. Церемония награждения 28 числа. Гостиницу мы вам закажем. Вы можете записать телефон? Да, пишу я. 878-62-42. Ага, да. А скажите, пожалуйста, а премия будет? Да, конечно. А сколько? Первая премия $3000. Мы можем вручить деньги вам или перевести на ваш счет в банке. О, нам, лично в руки нам, да. Как вам удобнее. А? Вы точно будете? Будем, конечно будем. Куда будем? 100% куда? Ну, будем. Что, говорить, конечно, а? Спасибо. До свидания, Ольга Михайловна. До свидания, спасибо вам большое. До свидания. Что? А? Что случилось-то, а? Надь. Чё? Извините. Пойдем. Ой. Пойдем, я тебе говорю. Надь. Пойдем. Ты представляешь? $3000! 28 числа в Москве! Первая премия! Вот тебе! И морской прибой! Оба! Солнечный ветер! Надь! Надь, ну куда ты? Подожди, я ничего не поняла. Надя! Надь! Будешь? Нет, я не сердечница. А я выпью. Ну, от нервов. Бахну. Фу, как это люди пьют, а? Надька, спасибо тебе. Слушай, когда ты успела эти рисунки-то отправить, а? А я как объявление в газете прочитала, да и думаю, отправлю. У нас тут молодой художник пропадает. Может быть, ты второй этот, как его? Кто?
Господи, фамилию забыла. На батон похоже. На какой батон? Ну, я по телеку видела передачу. Зовут его Антуан. А фамилия? Бато, что ли? Да, точно! Ты, может, второй Бато? Да, ну все. Батон. Ну, Надька. Вот, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, сейчас. Куру я пожарила получше и завернула в фольгу. Пироги вот в миске. Миска хорошая, мамкина. Ты смотри, ее нигде не потеряй, ладно? Да, спасибо. С деньгами смотри поаккуратнее. Спи в полглаза. Мало ли там в Москве всякое бывает. Ни с кем не знакомься, ни с кем не разговаривай. Там все шустрые, сама знаешь. Хорошо. Слушай, это ведь целое состояние. На него может только у адвоката налить, да, или нет? Ладно, я скоро вернусь. Ну, не вернешься. Напиши. Если я не вернусь, но ты ко мне обязательно приедешь, слышишь? Приеду, приеду. Ну, все. Ну, давай, садись. Надька, ты необыкновенная женщина. Я таких, как ты, не встречала. Я, понимаешь, я если бы не пила, я бы тогда совсем... Надька, понимаешь? Ладно, долгие проводы, лишние слезы. Все, давай, иди. Про проводы ничего мне не говори, не люблю я их. Получил этот заказ, черт знает как. Я его полгода добивался. Заказчик гигантский. Что мы должны для него сделать? Что? Ну, скажи мне, что. Ну, что, рекламу. Так, для... йогуртов. Умница-то моя. Йогурт мы назвали как? Бармалей. Ка. Бармалейка. Сырок мы назвали как? Бармалейчик. Бармалейчик. Фантазия. Начать с того, что и другой чушь собачья. Но это не самое главное. Самое главное, что мне принесли рисунки этого бармалейчика и бармалейка. А нарисовано что? Ну что, что? Ну что нарисовано? Ну что, ты не знаешь, что Вадик рисует, что ли? Вот передел ты быстро! Хорошо. Переделаем. Ну что, переделаешь? Да, переделаю. Вот и переделай. Я переделаю. Вот и переделай. Да я переделаю. Чё, ты плачешь-то? Не плачу. Нет, ты плачешь. Нет, я не плачу. Показать тебе, как надо работать. Вот смотри, сидит человек в глухой провинции, черт знает где, на фабрике, и рисует. Так как? Да я тебе таких рисунков десяток нарисую. Вот так надо рисовать, чтобы за душу брало. Чтобы йогурт, что ли, за душу брал? За душу? Только тогда с нами будут иметь дело. Ну вот и возьми ее себе на работу. Вот и возьму, если подойдет. Ну и возьми. Вот и возьму. А ты ее видел? Видел, когда она получала премию. Ну и как она тебе? Очень возвышенная. Просто очень. Иди уже, а. Забери вот это. Иди! Да. Пришла твоя Мона Лиза. Секретарша спрашивает, примешь или нет. Что значит не приму? Пусть заходит.
Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Дверку прикройте. Садитесь. Я хотела сказать вам большое спасибо. Я никак не ожидала. Да-да. Дмитрий Эдуардович, можно к вам? Нет, я занят. Вот что я хотел вам сказать. Вы где работаете? На ткацкой фабрике. А где учились рисовать? Я ничего специального не заканчивала. Но у меня был абсолютно гениальный учитель. Да, черт возьми! Дмитрий Эдуардович, у меня к вам вопрос. Ответ нет. Дверь закрой. Вот что Ольга хотела вам предложить. Простите. Пожалуйста. Да, я разговариваю с нашей победительницей. Да, это она. Кто еще не видел, может посмотреть. Да, я собираюсь предложить ей работу. И да, я все еще полностью одет. Все? Пойдем поедим. Спасибо, я обедала. Ну, еще раз пообедайте. Дмитрий. Дима. Вы действительно хотите предложить мне работу? А что, работу не предлагать, как интим? У меня плохая биография. А с аппетитом как? Никак. Ну, тогда я буду есть. А вы каяться. Идемте. Ну вот и все. Да. Трогательно, конечно, но я не понимаю, почему бы тебе на меня не поработать? Мы на «ты», ладно? В нашем мире все на «ты»? Да. Во-первых, я буду платить тебе столько, что ты наймешь себе любого адвоката. Или двух, или десяток. А нет, твоего Ромео мокрого места не оставит. А Джульетта тоже. Во-вторых, ты талантливая девочка. Я не девочка. Но в нашем мире все девочки, кому нет 60. Начинаешь с 60, молодухи. Ну где ты на консервном заводе применишь свой талант? На ткацкой фабрике. Ага, ну тем более. В-третьих, ты научишься жить в Москве, а после Москвы ничего не страшно. Можешь мне поверить. Зачем я вам нужна? Я буду делать деньги. На твоих картинках. Ну, не сразу, конечно, когда научишься. Под заказчика работать непросто. А ты будешь делать деньги на мне. Я буду тебе платить. Мне негде жить. Вот это уже конкретный разговор. Дашка тебя познакомит с бабушкой-старушкой. Божий одуван. Она всем приезжим комнаты сдает. Страшная коммуналка. У них, наверное, штук 10. Для начала могу за тебя заплатить. Если тебе нечего. Согласна? Да, я согласна. Ну, вот и славно.
Здесь вот кухня. Вот, видишь? Так, здесь вот все удобства. Вот туалет, тут ванная. Ну, пойдем, пойдем. Пойдем, сейчас вот... Сейчас. Сейчас. О, Господи. Ну вот. И вот смотри, вот. Вот, вот твоя комната. Вот. Ну? Еще один тут сосед живет. Вот, смотри. Вот, иди сюда. Да пойдем. Ой, смотри. Ой, 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 ты, Господи. Ой. Ой. Ну, ты не волнуйся, он одинокий. Одинокий, неженатый. Тихий, спокойный. Пойдем. Так, что еще-то? Вот телефон. Ага. Вот все здесь. Вот. А вот тут смотри, вот. Вот ящичек. Видишь? Шкафчик, это твой. Скажите, а есть у вас ведро, тряпка, чтобы полы помыть? Ну а как же, конечно, есть. Ага. Вот. Вон, гляди, вон. Там ведро, вон тряпка. Ага. Вот. Ну что, скажи, вот, подходит тебе? Да, подходит. Ну, лады. Значит так, свет зазря не жги. Угу. Деньги вперед за целый месяц. Ну, так да. Положено. Да. Понимаешь? Ну, я буду приезжать один раз в месяц. Первое число. Значит, сниму, ну и получу с тебя денежки. Ну ладно, ладно. Ну, провожай меня. Пойдем. Ой. Значит, все лады. Так, Оленька, ну, прости, прощай. Храни тебя Господь. Спасибо. Устраивайся. Ну ладно. Пока. Ой. До свидания. До свидания, Оленька. Счастливо тебе. Спасибо. Ну что, приперлась? Не торопись говорить о том, что в жизни счастья нет. Не торопись. Прямо в сердце льется розовый рассвет. Ночь уходит без следа, тая
навсегда. Я нарисую мир таким, каким люблю, а на белом праздничном снегу рябин зарю. Когда прозрачна, как слеза, небес вода, ты говори, что счастье есть всегда. Говори всегда. Вода, ты говори, что счастье есть.